Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости YouTube-канала, а также группы в Facebook по продаже монеток. У нас сегодня такой обзор продажи монеток. Вот, монетки Казахстана, Узбекистана и Мексики. Сейчас мы их и бонов несколько штук. Сейчас мы быстренько с вами посмотрим, рассмотрим, что же у нас тут предоставлено к вашему вниманию. И первая это наша монетка, это одна тенге, 2000 год. Вот, материал у нас латунь, гурт гладкий. Вот тут вот такое вот изображение, 2000 год. Казахстанская республика, вот такая вот чудеснейшая монетка. Вторая монетка тоже 1 тенге, но состояние у нее более хуже, но я думаю, это все очиститься может. Заниматься мне некогда, так что если вам хочется, можете приобрести в группе в Фейсбуке, почистить и положить ее себе в коллекцию. Следующая наша монетка, это 2 тенге. Это также самая монетка Казахстана. Вот, 2006 года. 2 тенге, такая вот прекрасненькая монетка, с гурт гладкий, материал латунь. Вот монетка обиходная, 2006 год, Республика Казахстан. Вот такая вот прекрасная монетка. Следующая наша монетка, это у нас 10 тенге. Где она у нас здесь? 10 тенге. Материал у нас тоже латунь. Гурт гладкий. Здесь Казахстан, Казахстан, Республика, Республикасы, да, 2000 год, такая вот монеточка, прикольненькая, красивенькая, может стать вашим пополнением коллекции, если у вас немая, можно даже заказать целую подборочку, будет вот такие вот монетки Казахстана, 20 тенге, гурт у нас ребристый с гладкими делянками. Год 1997, Казахстан, Республика. Вот такая вот монеточка, интересненькая, симпатичненькая. Заказывайте в группу в Фейсбуке, ссылочка в описании. Следующая у нас одна монетка, которая мне попалась, это монетка Узбекистана. Вот, один Кий-ин, вот, 94 год. Гурт у нас гладкий. Узбекистанская республика. Вот такая вот красивенькая монетка. Где наш фокус? Показать вот такой вот их герб Узбекистана. Солидный, красивенький. Можете заказать. Ссылочка. Кстати, материал у нас стали с латунным покрытием. Так, ну и следующие наши, как бы я считаю, более интересные такие вот. Это у нас монетки Мексики. 10 центаво 2008 года. Такая вот монетка, красивенькая, солидненькая. Гурт гладкий. Вот, здесь у нас изображен как бы орел, поедающий змею. Вот, материал нержавеющая сталь. Вот, такая вот красивенькая монеточка. Следующая наша монетка с Мексики. Это у нас 50 центаво. 2008 год. Гурт у нас гладкий с ямками. Тут их видно. Вот такая вот прикольная, красивенькая монетка. Можно заказать в группе в Фейсбуке. Ссылочка в описании, еще раз повторюсь. Также изображен орел, поедающий змею. Такая вот монеточка. Красивенькая, симпатичная. Здесь у нас дальше идет 1 песо. Вот, есть новые песо, есть один просто песо. Один песо это у нас 96 по теперешнее время. То есть уже 98 это у нас идет песо просто. Вот, один песо. Получается материал у нас биметалл, центр алюминиевая бронза, кильце нержавеющая сталь. Вот такая вот у нас монеточка, симпатичненькая, гурт у нас гладкий, никаких надписей нету. То есть это у нас монетка уже идет 2000, это у нас 1 песо. Это у нас какой год? Это у нас год 92, это уже идет новый песо,
92 года. Гурт гладкий, в принципе, все то же самое. Материал такой же самый, то есть центр алюминий, бронза, кильце, нержавеющая сталь. Вот, и последняя монетка. Ой, как бы с этого одного песо, это у нас 2010 года, один песо. Ну, состояние такое вот. Ну, можно почистить, положить себе в коллекцию. Так, следующая наша монеточка, это у нас 5 сентаво 71 года. Такая вот монеточка. Вот обеговая монетка с обихода. Гурт у нас гладкий. Материал латунь. Тоже изображение такое же самое. Вот такая вот монетка. Следующая наша монетка. Это уже более такая симпатичная, более такая красивая. Это у нас 20 сентаво 74 года. Такая вот красивая, симпатичная монетка. Где наш фокус? Вот. Так. Медный никелевый сплав. 20 сентаво 74 год. Такие вот изображения орла. Мехиканос. Гурт у нас ребристый. Вот видно, какой ребристый гурт. Такая вот симпатичная монеточка. Очень интересно. Вот такая вот большая монетка уже, побольше. Это у нас уже идет 1 песо 72 года. Вот. Виговая монетка. Мидно никелевый сплав. Вот. Гурт у нас ребристый. Здесь вот такое изображение орла. Будет выставляться в группе в Фейсбуке. Можно будет зайти, заказать, кому интересно. И последняя из монеток на сегодня. Это у нас 5 сентаво 1969 года. Вот такая вот монетка. Уже побольше, чем это. 5 сентаво. Вот разные размеры. Гурт гладкий тут и тут. Изображение, в принципе, то же самое. Что там двугла, то что там орел, что тут орел, поедающий змею. Вот такой вот у нас сегодня подборочка монет. Ну и на завершение у нас идут уже боны. Сейчас мы посмотрим, что же у нас по бонам. То есть я уже показывал, это у нас идет один дзяо. Такая вот бона в идеальном состоянии. Вот. Такая вот дзяо 1980 года. Так, этническая группа Гаошань и Маньчжурии. Такая вот у нас китайская бона 1 дзяо 80 года. Такая вот прикольная, красивая бона. Будет выставляться в группе. Заходите по ссылочке в описании. Можете себе ее заказать. Выставлял я уже и такую бону. Вот. То есть здесь у меня еще. Так что решил еще раз снять. Один фэнь 1953 года. Грузовик. Такое вот простое название. Такая вот бона. Вот китайская. Прикольная, красивенькая. Будет также выставляться в группе. Можно будет зайти, заказать. Кому интересно будет. Так, следующая бона, которую мы вам представим. Это у нас бона Китая. 5 дзяо 1980 года. Вот, если не ошибаюсь. Сейчас. Да, 1980 года. Вот, тоже бона в отличном состоянии. Вот. Края все ровненькие, ничего нигде не изогнуто. Вот. Этническая группа Мяо и Чжуани. Такая вот у нас бона. И у нас последняя бона. Это у нас монгольский 20 менге.